говорить. Непорядочных людей очень много, и, к сожалению, в дружбе такие люди тоже попадаются. Тебе, знаете, когда ты людей, это, конечно, может быть, вам покажется очень пафосное слово и грубое, но когда ты людей, когда ты им помогаешь, когда они нуждаются, им кажется, что ты должна помогать им всегда. А как только это заканчивается, люди начинают тебе камни в спину кидать. Эта девушка, она очень непорядочная, она человек, у которого нет совести, нет понимания абсолютно, что такое дружба, человек абсолютно неблагодарный, предатель, попала, очень хотела в телевизор, очень всегда хотела жить моей жизнью, я с удовольствием помогла, я для общения, для друзей всегда очень открыта, помогла с превеликим удовольствием, потому что должна была это сделать, на мой взгляд. Когда ты дружишь, ты выкладываешься на 100%. Помогла, в итоге человек решил перепрыгнуть через мою голову, через всего начальства, пойти наверха, самодостаточно уже одеть корону, одела корону на голову, начала указывать, хочу виллу, как у Бородиной, хочу это, как у Бородиной, а теперь мне сделать и так, и зарплату, и рекламу, и все остальное. Слишком много понтов у человека было, за что в итоге она и поплатилась. То поведение, которое у нее есть сейчас, это всего лишь попытка вызвать меня на какие-то эмоции. Я могу сказать так, что я человек открытый, открытый для общения. Если надо будет, если человек не будет бегать от меня, то я с удовольствием, с превеликим, готова послушать. Есть ли храбрости и смелости сказать мне что-то в глаза? Но поверьте мне, ни смелости, ни храбрости у этого человека нет. Это можно только делать что-то из-под тишка, вот и все. Поэтому люди, у которых корона на голове, мне точно не нужны. Люди, которые предатели, мне точно не нужны. Люди, которые неблагодарны, мне точно не нужны. Зачем? Мне так не надо. Когда дочку кормить было нечем, Бородина была нужна рядом. Как только стала ведущей, зачем Бородина, если сама уже ведущая? Помните, как бы вы ни стремились залезть повыше на гору, с горы очень больно падать. Про гнилых это точно, это в точку. Не, я просто хотела закрыть этот вопрос раз и навсегда, потому что я не хочу упоминания этого имени ни в прямых эфирах, ни у меня в комментариях. Мне эта тема неинтересна.